Борис, приветствую. Это ролик такой мимолетный, но очень тебя такой важно заденущийся, заденувший о воспитании. О воспитании, о том, как ты себя ведешь, о твоем воспитании, о твоем отношении к самому себе, к детям твоим, к твоим соцсетям, к твоей деятельности. Все есть твое воспитание. То есть то, как ты взял вещи и положил ее, либо же туда на место, либо же как-то где-то в другом месте бросил, это и есть твое воспитание. То, как ты человека, например, взял и потом отпустил, это тоже твое воспитание. То, как ты в квартиру зашел и вышел из нее, или комнату даже, как что ты после себя оставил, это тоже все твое воспитание. Поэтому можно начать с простых вещей, себя воспитывать, но самое важное — соцсети. Соцсети, вот где лента, где и все остальное попадается нам, оно нас сильно манит, сильно забирает разными темами. И в принципе она даже под наши интересы, да, подстраивается. То есть если ты будешь легкого управления умом, то тебя заведет, скорее всего, соблазны твои, твои плотские желания, то есть там порнуха, удовольствие и... Ну, это и есть, да, даже порнуха. И вот так. Просто я сейчас открываю, мне важно сменить аккаунт, чтобы залить предыдущее видео на канал. И я на другом канале нахожусь, а там у меня всплывают научные видео. И я вижу в 2017 году, ну, уже по заголовку, но даже на английском, я телепатически считываю английский, я без изучения его, я даже русский язык, за себя, как я люблю говорить, да, но... А русский язык я это знаю на тройку по применению. Да, ну потому что я говорю так же, как и пишу. Потому что русичи говорили вот молоток, значит, ма, слог гласное плюс согласное обозначает свой, ух, силушку. Ну что ты, радость моя? Ну время полвторого, давай уже спать. Где матушка? Иди к мамоньке. И... Речь-то о воспитании, о том, что я вот сейчас зашел, мне показывают этот космический корабль интересный. Но он не космический, он по пляжу идет. Ну, то есть разработка, я вижу, что она без батареек, то есть как-то на природных этих. И у меня такое желание, такое, опа, что там интересно. То есть меня завлекло. Но в этот момент я стал сильнее, и я отказался от... того пути, который меня уводил в сторону. Потому что этот путь был от ума. Ум – хороший слуга, но плохой хозяин. Если я ему душой сказал, что пойдем сюда, я иду к своему Граалю. А вокруг танцуют нимфы от демона, они меня за это завлекают. Ну, в моем случае отсутствуют нимфы, то есть у меня... Я на воздержании, кстати, на половом, то есть... Без секса, без смотрения порнухи, без мыслей о там каких-то таких моментах. Почему? Ну вот, потому что так вот собираю себя. И, ну, как говорят, стрёмно не дрочить, стрёмно спалиться. То есть, и, ну, такое тоже было со мной. И, ну, это отвлечённая уже тема. И суть о том, что когда это происходит, ты понимаешь, что ты без возможности просто ее поднять, просто энергетического столба нету. А почему? А потому что алкоголь и дудка запечатывают волю. Они ее убивают просто-напросто. Поэтому чем больше у тебя трезвости, тем больше ты сможешь это сделать. Вот этот момент очень-очень важно учитывать. Поэтому алкаши, они либо вот плюс ко всему дрочат, ну точнее дрочеры, они все алкаши. Ну как-то так. Ладно, вернемся к нашему-то этому. А то я тоже выводов наделал. Я могу ошибаться, друзья. То есть, друзья, кто бухает и без анонизма, пожалуйста, напишите комментарии. Это очень важно, потому что, ну, сколько вас человек надо узнать, чтобы нам, ну, выделить новое это сексуальное меньшинство. Анонисты без алкоголя и вот как бы
Будем вам, не знаю, наверное, отдельную тоже прогулочную дорогу выделим. Вот будет люди ходить, будет велосипедная и ваша. И какой-нибудь флаг радуги и черную полосу вам добавим, потому что вы вот именно такие выделены. Или наоборот. Ну, что-нибудь придумаем. Смекалки у нас хватит, я думаю. Ну и суть-то, что да, я-то такой бах выиграл такой. Первый раз, то есть такой, о, космические разработки, нет, пойду дальше. И все равно я сюда забежал и, видишь, сделал этот ролик. Почему все равно? Да потому что у меня вообще были другие цели идти не к этим роликам делать сюда, потому что это все мимолетно возникло. А на самом деле тоже, опять же, что? А что возникает мимолетно, если оно по душе, тогда важно дать ему происходить. Вот так вот. Потому что если тянуть все умом своим, то ум, он такой жесткие рамки ставит. А мир так устроен, что, ну, по-любому ты без возможности угадать. Много слишком факторов таких. Да и твое, когда хочу, идет без намерения. Или точнее, намерение совсем другое. То есть намерение это когда все ты энергией заполняешь пространство по праву принадлежащее тебе. Это намерение. А когда ты хочухаешь, ты в зеркале мира, наоборот, отражаешь то, что у тебя отсутствует этот факт, который ты хочешь. У тебя присутствует просто вот это вот, еще и вот там расстройство, злость, которые тоже к тебе вот притягивают именно то, что ты сейчас чувствуешь. Поэтому занимайся воспитанием своих соцсетей. Делай это ответственно. Ты это делаешь для себя. То есть там много чего тебе могу рассказать. Но воспитание, оно важное. Детей вот мы нарожали, вот. Вы рожать-то хотите. Вы себя-то воспитали сами. Чего вы сами-то добились? Да, я тоже как бы, ну, это, рано, возможно, вышел. Но с того времени, как у меня появились дети, я как бы, ну, новые эти делаю, как сказать, в себе открытие. В себе воспитание, то есть я не зеркала, отлично. Дети просто светлые. Светлые вот эти создания не помнят себя. И у них вот эта привязка к миру маленькая. И они специально по правилам игры лишены вот этой возможности говорить. Они молчат, потому что они все знают. А они как лишены способности говорить? Они быстро все изучают. Их мозг это такой компьютер мощный. Он познает, вот он сейчас, ему 20 месяцев, он понимает мою речь. Ему, ну, что скажи, как бы какие-то указания по-взрослому, нормально. Не там няня, кака, там с ним так отсутствует общение, с ним вот все просто по-взрослому. Просто ты взрослый, на каком ты уровне общаешься? Ты на уровне сапожника-то со всеми, возможно, общаешься. И такой, ну, сюда в YouTube заходишь посмотреть умные вещи. Там два слова возьмешь отсюда, а потом опять на своем матерном идешь. И суть вот, что детей важно вырастить творцами. Что такое творец? Что за слово такое творцами? То есть это что, типа беспредельщиками такими, что ли? Нет. Это слово имеется в виду, наоборот, ответственный человек за развитие событий вокруг него для всех живых существ. Ну, по возможности. То есть, если он, ну, сможет так проявиться, то да. А так хотя бы для себя. То есть, чтобы, ну, вот вокруг себя он идет, опа, вот я иду, мусор мешается, то есть, я валяется, то есть. Я могу обвинить это, какие вы козлы там вокруг так это сделали. А могу сделать выбор, взять и убраться. А могу взять выбор и понять такое, ну, просто любовью, там, помню, а, в общем, представить. Представить и одарить любовью, чтобы пространство стало чистое. Это хороший метод, это работает. То есть ты посылаешь свою волю, наполненную любовью, именно этому пространству, вот здесь вот, чтобы оно было убрано. И, возможно, ну, какой-то алкаш пойдет со слабой волей, и он считает твою сильного, могучего, трезвого творца. И он такой, о, а что это я, правда? И возьмет, и поднимет, и выкинет на место. Представляешь? Серьезно это работает.
Вот поэтому мы занимаемся воспитанием своей реакции на происходящее. Воспитанием соцсетей, воспитанием детей, вот, других душ заблудших без воспитания. Если у тебя сильно много энергии, и ты реально духом прокачанный, и чувствуешь, ну, что вот ты выпрямитель, ты пришел сюда, чтобы вот, понимаешь, души, пришедшие сюда детьми и выросшие вот так вот на помойке со своими этими отцами, матерями, алкашами, они такие же помоечные становятся. И они сидят на помойке, дальше бухают и говорят: я прав, вы, потому что это там правительство у них плохое или еще что-то. И они вот эти вот свои слабенькие, но мыслеформы они все-таки в мир пускают. И настоящий творец, душа вот, ну, целостная, ответственная, может, она может, ну, если она чувствует, что да, вот, мое дело, то он может и прийти и выпрямить. То есть воспитать, взять отцовство над этими лучшими душами. Ну, тогда там кармическая связь, наверное, выпадет, еще там что-то как-то. То есть, ну, ну, а как жить в одном обществе с такими, я без понятия. То есть просто пока как бы общество развивается, либо деградирует, двигается своими возможностями. И вот это правило показывает только свой пример, но оно такое, как бы, оно задерживает нас. Задерживает. Но зато это постепенное такое вот перекатывание матрицы. Когда ты без заставления других, когда ты вот, я такой, вот я так меняюсь, я вот это люблю, вот такой у меня результат. Пожалуйста, ребят, если хотите, делайте. Вот как я и делаю. Вот. В общем, что, лайкосы, лайкосы, лайки ставь. Вот, воспитывай себя. Быть добру, мужиков успехи. Колокольчик, все уведомления, чтобы новый ролик у тебя пришел сразу, быстренько сверху так шторка падает, говорит: Меркул, успехи, новый ролик. Ты такой: о, отлично, вечером посмотрю. И нашел 15 минут, посмотрел, вдохновился и с хорошими мыслями лег спать. Или в середине дня, там, ну, когда тебе удобно, что я за тебя буду решать такие моменты, ты сам воспитаешь себя. Быть добрым.